Всем привет, это канал Максимадзе и Эндрюсема, если кто с Эндрюсема смотрит. И мы сегодня снова поиграем в гольф with your friends. Правда, на этот раз Эндрюсем со мной тоже будет записывать, наконец-то. Да, я готов, сегодня красив, в прошлый раз был некрасив. Ладно, короче. Давай, погнали, запускай. Я готов играть. Цилиндр, короче, у меня стоит. А, блин, я ж не поменял. А, там я каждый мяч... тоже себе меняет, что ли? Я мяч-то не поменял. А, вот, а, прекрасно. А, у тебя что-то... Ладно, в текстурах застрял у тебя. Ну или это у меня так отображается, я не знаю. О, все прекрасно. Короче, сегодняшняя карта — это сумерки. И еще этот... сладкую пройдем. Короче... Мы решили разукрасить Hole in One, блин. Нихера себе. Ой-ой-ой. Мы решили в соответствующие цвета под каналом покрасить. Он зеленый, я красный, соответственно. Да что ж ты, ё-моё, так. Это как те долбанные конусы. Проблема у меня. Ну, мне кажется, конусами труднее было, чем вот эти цилиндрами. Там полегче чуть-чуть будет, потому что нет. Они хотя бы быстро катиться могут. Не знаю, я с первого удара вообще забил. Я забил. Зафигачивай ее, че ты, во. 8 ударов. Мне потребовалось 8 ударов. Но мне один. Ладно. Так, а тут? Свободная карта, свободная карта. А, так, тут, смотрим, снизу можно. Карта. Тут можно снизу вот так закатить. Ну, зашибись, а так не видно ничего. О, мы отлично, ищем буги, блин. Легких путей. Нет, ищем все-таки. Ладно, вот так. Можно, да, вот там можно закатить ее, короче. Ну да, пошел я нахер. Так. Я ничего не вижу. Давай, да, я не тоже вижу. Не видел, но я зафигачил с первого удара все-таки. Так, ладно. О, здесь, по-моему, надо как-то так закатить. О, хорош, получилось, нормально, ладно. Я не готовился, если что. Не подготавливался, я тоже... Я играл, конечно, но очень давно вот. Да, е-мое, что я так медленно-то? О, 7 ударов, блин. Давай, зафиг... Ух. Блин, в смысле, а что, удары кончились, что ли, или что? А, подожди, ты забил сейчас? Да, я забил. А у меня он не закатился в лунку, тупо встал и дрожит, стоит. О, hole in one! Обалдеть. Блин, ну так эпично еще залетело, кстати, туда. А, ну она тут с горочки, правда, она может упасть туда, назад. Блин, ну да, вот, скатился. Да, у меня горло до сих пор еще болит, поэтому... Такой вопрос на миллион. Мы вообще мячиками играть будем? Ну... Обычными мячиками, а не вот этим всем. Да будем. Все-таки карта больше, чем форм мяча. Там еще есть куб какой-то. Куб есть еще. Есть яйцо. Мне кажется, помимо мяча легче яйцом будет. А, господи, что ж ты творишь? Зафигачивай ее, че ты? Зафигачивай ее, че ты? Да. Блин. Че за фигня? Да что? Сколько ударов дается? Максимум 12 можно, уже 10. Остановись. А, да, вот это... Да остановись ты, куда ты катишься? Да, вот, да, я видел вот это вот. Это выбешивает, когда он катится и не дает бить, короче, все. Капец, 1-14. Вообще результат какой обалденный.
Так, а тут, по-моему, так, в эту яму, по-моему, нельзя. Не-не-не, не в эту яму, мне в лунку надо. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. О, хорош, стой. Да ёп. Серьезно? Вот блин, ты опять. Так вот, вот просто взял... Нет, куда? Кто придумал гольф? Кто придумал гольф? Ну, определенно не я. Что это было? Он что? Он что, повис на стене, забрался, что ли, обратно? О, подожди. Ты попал? Да. Ну, попал, он у меня опять не залетел в лунку, у меня именно. Вот у нас, кстати... Ого, я перескочил через эту, нифига себе. Где я? Зачем я? А главное... Дайте мне обычный нич, господи. Я был так близок. Я был очень близок. Давай, 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 годись быстрее. Блин, давай, давай, давай. Да, давай, о, хорош. Так. А это что, это дерево, типа, что ли, или что это? А, тут еще закатывать надо туда. Ну так музыку не слышно вообще. Я, наверное, короче, чуть-чуть сделаю погромче. Попади, скотина, попади! Буги! Буги, блин. Буги-вуги, короче, у нас тут творятся. Так, ладно. О, нифига себе, тут... а тут куда? Так, что ли? А, нет. Нет, не сюда. Это надо... Нет, это в бок, куда-то надо. Блин, куда я летел вообще, я не туда. Давай, 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 давай туда. Это наверх надо туда, что ли, зафигачивать? Ничего себе, а я туда попаду. Господи, куда я полетел вообще? Не туда, куда-то. Так, недостаточно ударов, ладно. Да что такое? Да я. Блин, ну вот туда фиг за. Туда фиг зафигачишь ее, блин. Да ё-моё, он все время влево куда-то отфигачивается. Может, в середине где-то надо забивать. Да и не, нифига. Не забивается. А, все, удары кончились. Ну блин, в эту фигню фиг зафигачишь её, если честно. Попади. Как тут вообще? Залети. Чё это брякнуло в Дискорде только что? Все, удары кончились тоже. Так, а тут в какую сторону? Так. Я купаться, я в речку. Отлично. Так, нет, по-моему, в эту сторону. О, туда, о, вот, вот куда надо. Понятно, вот. А, это не... А, нет. Нет, 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 не туда. Это соседняя лунка, оказывается. А где это? А, вот, а господи. А куда? А зачем? Это... Я думал, наверное, там продолжение. Куда? Это не наша это лунка. Это вообще соседнего поля. Куда вылетел-то, блин? А, так. Кричать не больно, потому смотрим. Что... Смотрим. Да что так? Да блин, он у меня вылетает, фиг знает куда, вообще не туда. Да ё-моё, ну вот опять он вылетел за ограждение. И вроде не сильно бил-то. Ну давай, закатывайся, зафигачивайся, говно, ты красная, блин. На грани. Макака с красной какой, залетай быстрее, блин, во. Тут, короче, надо... Во-во, хорош, молодец. Сильно не бей, а то он вылетал у меня за ограждение постоянно.
Ну да, вот так как-то. Как же так? 12 ударов? Да, ни на хер... один удар больше, чем я все-таки. А я думал, будет столько же. Вы знаете толк в извращениях с этими мечами. Так, а тут куда, на мостик или куда? А, нет, по-моему, не да. А, подождите. А, водичка нужна, наверное? Блин, ну куда? Куда? Он вообще не туда куда-то поплыл. Ну куда, господи ты, боже мой. Может, в тоннельчик все-таки надо, может, не в воду. Не, водичка вроде бы можно по водичке добраться до туда, но что-то он у меня под нее заскочил и улетел не туда. Уплыл. А я тут... прицелился, но тут куда, что, туда, что ли? А, блин, походу, да. Да блин, он опять под нее за... уехал, да что ж такое же делать? Нет, тут вот так надо куда-то. Да он не долетел. Опять спасательный круг пошел, блин. Звуки от воды такие классные, блин. О, да блин, да что ж такое, а? Покуха. Не бомбимся. Не бомбимся, да. А, я думал, ты сейчас залетел. О, я залетел. Хорош. Только 10 ударов уже. Я забью? Да, наверное, забью. Давай, давай, зафигачивайся, говно красное. Фу, блин. А, все, у тебя кончились удары. Да? Ну, на 20 очков я тебя уделаю, походу. Так, а тут куда? В дырочки в эти, что ли? Блин, походу, да. Да стой, стой, стой! Ну ладно. Так, и лунка туда. Останавливайся, давай, давай, годись быстрее. Так, буги. Так. Давай, зафигачи быстрее. Сколько ударов будет? Нет слов. А, ну на один удар опять больше. Что это за лабиринт с палками? Блин, ну куда ты упал? Говно красное, блин. На, ладно, налево тогда. Застрял, блин. Кто за срань? Давай, давай, давай. А, рож, 5 ударов. Как этим пользоваться? Дайте мне инструкцию. Ну вот так. Грибок голубой. Там торчит зачем-то. На 2 удара больше. Блин, у тебя уже 100 ударов. 101, блин. Блин, долбаная хрень. А, ты уже обогнал меня, что ли? Блин, 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 давай, 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 туда. Да что ж ты... Сраный цилиндр. Дабл буги, блин. Горло как болит. Блин, да что ж такое, вот ты забил, а у меня он возле лунки дрожит, не забил, типа. О, вот это что-то немного бесит, я что-то, куда я выпаду? А, ладно. Вот как так? Я был так близок. Дабл буги. Слушай музыку, наслаждаемся. А я музычку. Медленной игрой. Пытаемся хоть куда-то попасть. Ладно, пусть так хоть. Почему ты не в лунке? Ты не в лунке. А, теперь я у тебя не в лунке? Да. А раньше ты у меня был несколько раз не в лунке, а теперь у тебя я не в лунке. Да, это из-за сети такие смешные баги часто происходят. Я надеюсь, что у нас не вылетит сервак, как в прошлом выпуске.
прошлые выпуски. А, там тупик. В прошлом выпуске-то у нас навернулся, вылетел сервак у нас один раз на первом поле. Да блин, ну не долетает. Может назад чуть-чуть откатиться, ну-ка вот так. Нет, ну как же. Да почему не, ну не, ну зачем вправо-то? Я прямо вообще-то кидал. Во, хорош. Да куда? Блин. Застрелиться. Во, ладно, вот так хотя бы пойдет. Мечи — это лучшее, что есть в этой игре. Ну да, потому что в основном играют-то в него как раз-таки мечами. Давай, 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 последний удар, последний удар. Блин, у меня кончились попытки, я охреневал, ё-моё. У меня тоже 100 ударов теперь есть. Три лунки осталось. А тут куда? Чего осталось? Три лунки? Да. Да. Блин, куда я упал? А, это дом, это крыша. Это крыша. Давай, жёлоб, кати меня. Дом, только почему дом встроен в стену в эту? О, давай, давай, давай. Вот так, наверное, надо. А, нет, это... А, нет, не в эту дырочку надо. Надо в соседнюю. Да ё-моё, ну куда ж ты перекатился-то, блин? Дайте так мне этот топор. А чё тут написано? Матукуку Геймс, иди нафиг. Я что построил такие лунки, блин. Чё бы ты с топором сделал? Я бы ударил бы почему-нибудь по этим мечам. Вау. А тут водичку надо или нет? А это как? Это зачем? Водичку надо, походу. Походу здесь надо. А, туда надо, да. А спасательный круг действует как надо. А, там конец карты. Горы. Блин, атмосферное местечко такое, я тебе скажу, блин. Куда? Покатился, стой! Нет. Так все было охеренно. Блин, как было неудобно кричать, горло болит. А ты не кричи. Ну, просто позитива хочется придать. Настроение какое-то, что было. У меня жопа горит. От ваших мечей. Цилиндров, или пробки бутылок, может, это я не знаю. Ну так они цилиндры называются в меню. Десять, а у меня на... А, вот, это последний, а вот куда здесь только надо, я что-то не пойму. Так. А, не, значит, не прямо. Вот это поворот. А, вон, надо вон туда. Да, во. И последний удар, надеюсь. Нет, не последний. Да что ж ты будешь делать? Так. Я ты еще не залетел туда, что ли, даже? Всю траекторию. Эти вагонетки мне подгадили. А, он как будто на шесте спустился вниз. Шарик туда, этот долбанный. Ну и чё, не заканчивается игра-то? В смысле? А, ты ещё не закатил, типа, что ли? А, ты не закатил, а у меня он уже давно был в лунке. Я вижу. Да. Ну, короче, я... Ладно, я выиграл. Короче, так, следующая карта это будет... Где тут карту выбрать? Так, давайте-ка форму меча сменим на что-то другое. Да. Цилиндр. Так, конус. Нет, конусы в жопу. Многогранник. Еще, наверное, более жопно будет. Шайба есть. С шайбой это неудобно будет. Звезда. Елочный шар. Елочным шаром-то, наверное, проще будет. Желудь. Давай яйцо. Бери. Яйцо, наверное, будет проще. Так, поле мы выберем.
сладкую страну. Ну и все, ты выбрала там все. Поехали. Сладкая страна. А сейчас кое-что понял. Сейчас проверим. А вот эту карту я помню очень плохо. А, они не просто. А тут полоски цвета будут разного, прикольно. Куда ты полетел? Блонку! Ты что-то вообще куда-то далеко улетел. Вообще на соседнее поле, как будто. Тут куда. А куда тут бить-то вообще? Тут мост сломался, блин. А, блин, я тоже их улетел, хрен знает куда. Наконец-то хоть что-то более-менее круглое. Да, этим попроще будет. Да остановись ты уже, хватит плыть. Ладно, вот, другое дело. Да не туда, дебил! Во. Хорош. Во, другое дело, 8 ударов. А, ты уже закатил. С двух ударов закатил, что ли? Обалдеть. Ладно, тут я пока стою. А, радуга. Ну да, я не туда. Я... куда это он у меня? Он у меня в текстуру вообще упал. Ну-ка, может, так? Воу-воу-воу-воу. Как же там? Да, блин, опять он у меня в текстуру видишь? Проваливается. Туда все силы, что ли, надо бить или что, блин? Да ё-моё, ну как туда залететь-то? Я не могу понять, что-то. Может, поближе? Подкатить. Блин, я падаю в эту мороженку. Я тоже в текстуры проваливаюсь. Все силы бить, что ли, надо? Желешка. Да ё-моё, ну блин, ну не хочет он у меня туда слетать. Стой, стой, замри. Да что ж ты будешь делать, а? Это на что рассчитано? Это на шарик, наверное, рассчитано. О, да ёб... Почти, блин. Все равно вылетел. Да, я тоже почти. Да что ж ты будешь делать, а? Почти было. Это достало уже, если честно. Ну давай, зафигачимся, говно. Блин, я никогда не закачу туда, наверное. Ну как? Это как? Да ё-моё. Все, удары кончились. И у тебя сейчас закончится. Ну и ладно. Какая-то сложная лунка это стало. Так. 14-14. А, в ту дырочку надо. В бублик в этот залететь. Ну блин, это тут расчеты надо. А, там еще один бублик. Ну это даже не бублик. Это, наверное, печенье, в которое кто-то пальчик просунул. Да ё-моё. Рано я. Блин, ну это сделал. Неудобно. Он закатывается, там бы еще остановиться, чтобы дырку потом заехать. Да блин! Во, вот здесь остановись. О, блин, что произошло? Нет, я скатился опять туда. Ты вообще туда, куда-то не в то вылетел. Стой, стой, говно. Туда, чувак, долбанное. Туда. Да, блин. Вроде бы более нормальные шарики выбрали, ну, яйцо, а... Арены сложные какие-то стали, но интересные, красивые. А, ты все-таки забил? Да, я все-таки забил. Я думал, а у меня-то рядом со мной катился. Когда какие-то глюки у нас происходят у обоих иногда. Но у меня, походу, их больше. О, почти закатил. Во, хорош. Прикольно. Куда надо, что? Четко, да. Я по конфеткам путешествую. Да, вот я с этой горочки из первого раза туда. А что он у тебя прыгает-то? Ладно, нормально. Кстати, у меня почему-то шарик с красными полосками, у тебя вообще без полосок. Хотя у тебя цвет вроде зеленый также стоял. Странно, как-то это немного
Это там мармеладки. Ох, у меня слюнки потекли, мармеладки. Я люблю бонпари. В виде машинок. Это самые вкусные мармеладки, на мой взгляд, из всех, что я ел. Иногда их покупаю в магазине. В магните. Я очень всего. Сосредоточен на игре. Я не могу думать о мармеладках. Ладно, извини, больше не говорим про мармеладки. Я пытаюсь. Больше не говорим про мармеладки, извини. Жалко, что они дорогие. Часто бывают. О, ладно, теперь, ну... Ладно, тут я отстаю от тебя, а не ты от меня в прошлый раз. Блин. А, это не водичка, это хрень вообще какая-то. Ай, почти! Я в текстуру провалился, хотя ты не должен был. Туда я проваливаться. Остановись. Давай, давай, хорош, давай, прыгай. Давай. И туда. Стой, 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 стой. Давай, 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 давай. Попаду, не попаду. Все. Да. Конечно же, нужно, надо было перепрыгнуть. Ё-моё. Ё-моё. Короче, лучше сильно кричать, действительно не буду, а то горло себе надору, блин. Еще сильнее. Так, срочно, смотрим. А, кстати, я тут же камера свободная есть, да? Я такой... Куда-то... Хочу протиснуться. Не пускает. Черт. Так, дырочка, ну явно в нее нельзя. Блин, давай, 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 давай. Эх, чуть-чуть не докатился. Дабл буги. Хотя, если бы докатился, было бы просто буги. Так. Буги-то это лучше, чем дабл буги. Я вообще эти термины не знаю. Мне главное просто забить. Да. Куда-нибудь. Ну, короче, пар это столько, сколько надо. Оптимальное количество ударов. Буги это на один больше, чем пар, дабл буги это на два больше. Есть еще берди. Это на один удар меньше, чем пар. И еще есть игл. Это на два меньше, чем пар. Ну и hole in one это когда с первого раза забиваешь, соответственно. Так, я отстаю от тебя на 10 очков. Надо попасть так. В пончик. Подожди, а это не соседнее поле случайно? Нет, не соседнее. Блин, ну вот он попадает в этот сратый. Да блин, он не перелетает через этот спончик сратый, блин. Ты что там брякает в Дискорде, блин, я не понимаю. Пишут, общаются. Да, мы, кстати, подключаемся по Дискорду через Андрюсеновский голосовой чат. На 4 удара больше пара, да. То, что начинается с 3 ударов больше, чем пара, никак уже не называется. Ты попал, да? Я попал, кое-как туда перелетел, блин. А, я туда, вправо куда-то укатился, и там справа уже мимо этого пончика. Счастливый человек! Забил. Да. Ну на этой... я все равно в пончик влетел. Как ты в пончик попал, друг? Я не попал в пончик, я вот так вот, вот так вот я залетел. Это я своему яйцу. А. Это так отвратительно звучит. Блин. Да. Это в другом смысле, да. Так, короче... Я все равно тут уже все. Мелкие, разноцветные, сладкие, блин. Пряничный домик, шоколад, мармелад, леденцы. Боже мой, как это вкусно, я есть хочу. А это что-то, что это за постельная херня? Ну и вот это, блин, рикошет. Вообще перелетел не туда. Туда попробуем. О, хорош. Вы что-то какая-то длинная лунка. Да остановись ты, блин. Капец. Как ты туда угодил? Да, сразу с третьего или четвертого. С третьего раза. Да остановись, стой, дай ударить. Нет, стой, дай ударить, говно тупое, блин.
Давай, 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 бей, пожалуйста. Да стой, ты останавливайся, фиг! Не дрожи, фиг. Яйцо, блин. Блин, вот ты сиди теперь, жди, пока оно скатится опять. Пока оно не докатится, оно мне не даст бить, блин, нифига. Это выбешивает. Давай! Стой, останавливайся, хрен! Я тебя съем потом, как только пройду это. За все, что ты мне сделал. Да блин, он теперь опять покатится. Ой, блин. Да стой, стой, говно долбанное. Да стой, господи, долбанный. Петушиная херня. Ладно, тут хотя бы не катится. Ты меня видишь? Нет. А я тебя вижу. Откуда? Сверху, что ли? С лунки! А, ты уже закатил, нифига себе. Да я... Да он катил, скатывался постоянно, не давал мне бить. Фуй. Ладно, хорош, неплохое начало. Ага. Давай, давай, давай. Буги! Ох, шоколада-то там сколько. Ох, как хочется твикса сожрать. А, ты зачем в горочку поднялся? И, правда, он какой-то тут... Правда, он так выглядит, как будто он из пластика. Так все прекрасно шло, но он заехал на горочку. Так, это наша лунка? Да, наша. Четыре. Да блин, что-то перемахнул. А, нормально, буги. Хочу, хочу попробовать. Буги-буги, блин. Ага. Там тормозит, ладно. Боже мой, вот это рай, блин. Сладкий рай. Я не... Я бы не назвал себя сладкоежкой, прям суперской, которая ест все вообще, что есть на этой карте. Но определенно есть люди, которые захотели бы тут побывать. Так. Вряд ли бы те, кто смогли здесь побывать, смогли бы все это сожрать. Вот как тут не материться? Петушиная фигня, вот эта вот лента. Куда надо-то? Надо куда? Ну туда. Туда. Шикарно. О. Тихо! Нет! Какая же это... Так, ладно, вот так бьем. Давай, 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 кидай. И, кстати, вот этот леденцовый пень, он сквозь эту чуть-чуть проходит. Некрасиво это смотрится. А, я тебя уже догоняю по удару. Опять он скатился. Да что за уродство, а? Так, вот так вот. Вычисляем. Просчитываем. Я уже все. Буги. А, и ты тоже забил. Окей, кайфо. Молодчик. Но я пока отстаю на 3 удара. Хотя раньше на 10 отставал. 14-я лунка. Сколько всего, я не помню. Так куда тут, вправо, что ли? А, я мимо, мимо. Офигеваю с происходящего здесь. Да что ж ты будешь делать? Куда тут? Наверх. Не, ну явно не налево, потому что... А, наверх, точно! Тут 3 трубы, я не знаю, в какую надо. Я поеду... Как говорится, девочки налево, мальчики направо. Я направо. Твою мать! Это начало! Это начало! Да, мальчиков ненавидят, походу. Можно тогда попробовать, может, в следующую, в центральную тогда? Да, туда и надо. А он скользит еще на ней, прикольно. Ага.
А, точно, да, надо мне ее. Катимся, катимся по чуть-чуть. Леденец, блин, фиолетовый. Давай, зафигачивай быстрее. Серьезно? Он уперся... Верхушка яйца. Уперся. А, и не покатился. А у меня не уперся. А, нет, уперся. На 4 удара отстаю. Я. Сколько ломок-то тут всего, я чуть не в курсе. Так, давайте направо. А, тут без разницы, в какую сторону. Да, там... А, в одну, в одно место идет. Так, здесь направо так. Тоже. А, нет, он меня ведет влево. Катись, ну, ладно, катись! Пусть будет влево. Катись! А еще здесь, катись! А здесь правильнее все-таки было вправо, потому что справа тут, скорее всего, уже в лунку сразу забивает. Да? Серьезно? Да, но он у меня влево укатился все-таки. Давай туда. Направо, давай, вправо попробуем. Давай кидай. Попробуем. А, нет, остановился все-таки. Мечом бы попал, наверное. Наверное, может, да. Быть. 3 лунки осталось. А, 18 лунок, все, понял. Нажмите так. ЛКМ для прыжка в воде. Тут прыгать по воде надо, что ли? А это как? Это чё вообще? Себе? Что тут делать-то? Ого, это о, что такое? Надо на эту, что ли, запрыгнуть? О-хо-хо-хо. О, все, я у лунки. Прикольно. Берди! На один удар меньше, чем пар. Да. Жестоко. Ладно, тут, похоже, я тебя обгоняю. Уже. Наверное. А, нет, еще не обгоняю. А, мы лунки, поровну. Конечно, капец. Короче, мне есть шанс выиграть опять. Так, а тут куда, направо или налево? Направо надо, только надо разгон больше. Неожиданно. А, точно, да, сюда. Прекрасно. Давай, давай, боги. Сорян. Хвостик стрелял, пролетел. Дела. Наконец-то я обогнал тебя. Но... Ты знаешь, а мне как-то все равно. Последняя лунка, тут еще может измениться все. Ну, в принципе, да, не сильно важно, кто выиграет. Но, блин, ну вот куда? Ну, стой! О! Так, в дырочку. Катись! Катись! Стой, стой, дай ударить. Блин, опять. Отлично. Так, и лунга где-то, блин. Ёлки-палки. А, тут? Ого, ни хрена себе, это еще что такое, блин? Охренеть, и как через это проходить? Блин, он у меня упал вообще. Ты погнали! Видел? Ты дошел до этой фигни, где тут шарики? Да. Охренеть, да. Как это пройти вообще? Погнали! Отлично. Погнали! Глаза аж разбегаются от этих шаров, блин. Я закончил. Давай, забивай. Блин, давай, 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 хорош. Я все-таки ты выиграл на одно очко. Ну ладно, тогда 2-2. Это по итогам предыдущего выпуска. И на этом надо заканчивать уже. Да, да, на этом закончим. Снова две карты сегодня сыграли, довольно интересные, но сложные. Жопа горит, жопа дымится.
Так что давайте, ребята, на сегодня закончим. С вас, ставьте лайкосики. Подписосы, и с нас эпичные видосы, соответственно. Так, во, я так пока же. Тут для следующей серии мутить буду. В общем, всем пока. Пока, да.